Мужская роль снова в Пензе. В год 130-летия со дня рождения нашего земляка, величайшего русского актера эпохи немого кино, в Пензенской области состоится 12-й открытый российский кинофестиваль имени Ивана Мажухина. Самые яркие мужские роли отечественного кинематографа, встречи с известными актерами и кинокритиками, игровое и документальное кино. С 29 ноября по 1 декабря в киноконцертном зале «Пенза». Следите за анонсами.